Месяц назад мы уже рассказывали о том, как дорожники повредили десятки деревьев на аллее около парка Орешково. Подрядная организация «Дорстройинвест» получила штраф и уголовное дело. Вчера история повторилась. На сайте «Байкал Дейли» появилась новость об очередном случае варварства над зелеными насаждениями. В Улан-Удэ подрядчик, ремонтирующий дорогу на проспекте Победы, повредил живую изгородь. Во время ремонта рабочие складировали бетонные блоки прямо на кустарниках. Если в прошлый раз деревья на аллее повредила подрядная организация «Дорстройинвест», то за проспект Победы отвечает просто «Дорстройинвест». Обе компании, кстати, в этом году разделили между собой 90% дорожных денег на ремонт городских трасс, а это около 700 миллионов рублей. Мы на той самой убитой аллее около парка Орешково. Здесь до сих пор остались следы от работы «Дорстройинвеста». Смола, конечно, уже подсохла, но на каждом из деревьев появилась своя отметина. Поломанные деревья посчитали и работают дальше. Мы прошлись по аллее, и отметки закончились на цифре 72. Штраф, кстати, подрядчик до сих пор не оплатил. Видимо, «Дорстройинвест» ничем не напугать. С компанией заключили контракты до конца года. С деревьями? А что с деревьями? Стоят деревья. Но они же повреждены. Знаю, я не повреждал. А что там с «Дорстройинвестом»? Мы попытались дозвониться до представителей этой подрядной организации, но тщетно. Абонент не отвечает? Пожалуйста, позвоните позднее. В комитете по строительству нас уверили, о проблеме знают и уже принимают меры. Они выплатят штраф, который будет в дальнейшем направлен на озеленение города Улан-Удэ. Блоки на сегодняшний день еще не убраны, они в конце рабочего дня они уберут. Мы продолжим следить за ситуацией. А если и вы стали свидетелем нарушения, обращайтесь к нам в редакцию через социальные сети. QR-коды вы видите на экране. Кирилл Мешков, Олеся Сергеевич, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.